Друзья, всем привет! Всех рад видеть на канале Джен. У нас, извиняюсь, у нас Смай, друзья. Кто не играл, чуть посвящу. Это моба-игра от третьего лица. Вот, то есть, в принципе, здесь все как всегда. Три линии. Три линии, керри, джанглер, соло, в общем, только от третьего лица. Да, задача также разрушить трон, собираем айтемы, фармим. В общем, ничего необычного, прям такого нет. Сделан на стыке HRS, такая, ну, небольшая, наверное, если сравнивать с каким-то гигантом, Division, не знаю, Valve там, ну, небольшая студия. Известно выпуском нескольких своих таких вот онлайн-игр. Смайт, в принципе, наверное, самая популярная как раз из них. Одно время как-то хорошо пошло в раскрутку. Я, на самом деле, очень долго сюда не заходил, прям несколько лет. Ну, кто-то не принял игру. Но это в одной линии. Слэш прикольный режим такой, кстати, на пятерых. Но это две линии. Давайте вот запущу вам его. Да, здесь есть еще несколько режимов, кроме стандартного режима в три линии. Вот сейчас покажу вам ее. И это будет режим слэш. Все то же самое, только две линии, там еще с всякими мобами, дебафами. Довольно весело. На самом деле, присоединяйтесь, друзья, присоединяйтесь. Май вполне стоит того, чтобы в него поиграть. Да, пытаться уйти в киберспорт, хотя, в принципе, это вещь такая своеобразная, но поиграть в него точно стоит. И вот матч принят, все приняли игру. Ну и поехали, соответственно, на стадию драфта. Хороший воин, по идее, еще типа. Его на матерацию. Можно, конечно, находить, чтобы вообще пойти его убить. Всегда нужно. Чего-то будет ли кто-то играть стражем, и стражем здесь, ну, не туда. Ну, вот, надо подождать. Что он выберет? Я надеюсь, он выберет стража. Значит, придется сделать нам. И стража будет, ну, прям совсем грустно. Ну вот, он выбрал, не пойми что. Ну, давайте. Отыграем на саппорта. Нет, мы возьмем тогда нового саппорта. Вот я за него еще не играл. Как раз это Ермуган. Ну, кстати, интересный саппорт, вот так это можно еще чуть практически сильно сделать, да? Будет очень и очень нехило пахать. Мы загрузились. Кристаллик у нас загорелся синеньким. Идем загрузки, соответственно, всех остальных.
все порядок. Вашего позволения. Нет, что-то много. Вот, питания. В каком-то смысле. Ну и... А, и стартуем. Ну что ж, нам дают сразу с третьей уровень, так вот сказать. Чаточку. И ток. Ну и все. Все, что нет, у нас есть. Такая вот атака своеобразная, которая перезаряжает. Не знаю, что у нее даже делают способности. Примерно как они прокидывают. Способность вообще у меня не помню. Не получается у меня продамажить их. Ну так. Пойдемте помогать Арафу. Вообще одна. Ну, помочь. Пофигу. Ну, ничего. Зато что-нибудь такое. Честно говорю, да, я понятия не имею, как играть в него. Это все не очень хорошо. Ну, ну, давите, ну, я как-то там, ну, иди. Затащили ситуацию. Затащили. Ну сейчас. Тут у нас. Непонятно, что происходит. Да, и вот меня убивают. Ну, 0-4. Пока все очень-очень печально, друзья.
Возможно, стоило более подробно прочитать описание конечно героя перед тем, как начать, но разберемся, что там. Ну, змея и змея. Давай, давай, давим их, давим их, давим их. И мы даже выжили. Ой, вот эта ракета, блин. Была он, правда, неплохо, конечно, перебегал по пушке за это, но толку никакого. А тут что-то тут пацаны враг пушат. Что-то куда-то продвигается вперед, смотрите. Берем еще брони. Рахм что-то там какой-то ненужный враг, по-моему, для себя же сбегалось. Ну да ладно. Мы так делали уже не раз, тем более. Подождем ульту. Ну, давайте все вместе как-то их бить. У меня такое чувство, что иногда я, что я вообще один. Я все делаю неправильно, но что-то работает не совсем так, как хотелось бы, чтобы это работало. Мы, кстати, несмотря на разгромный счет, даже меньше, чем на 2 косаря выступаем в золото всего. Это довольно оптимистично. Что-то не ждет ничего хорошего. Создаем ядовитые облака. Ретрит, ретрит. И попробуй здесь ретрит. И ретрит. Да, мы прям ничего им не можем сделать. Не, ну мы правда ни разу не действовали еще все вместе с Петром. Мы опять причем убиваем Джиггернаута. И это все хорошо. Я не спорю. Но то, что счет 1-13, это прям ужасно.
Ну, я здесь не внесу дома звезда, саппорт. Сдавать контроль. Ну, при этом джиггернал потихонечку наш территавр, в принципе, чертов, что ли. An ally has fallen. Так, офис появился. Это такой вообще. Я вас не звал. Ладно, не смысл, дайте похилиться. Тем более здесь есть портал, да, который довольно быстро приносит нас обратно. На момент портал закрыт. Счет 3.18. Отставание выросло до 3К, но это тоже не так много. Давайте, давайте, замажьте их, но я не знаю, что еще там делать. Я вот, вот, я тут ставлю, там станчу. Как там станчу? Помогаты нет. Выпустите меня! Ну смотрите, вроде мы продавили их сейчас. Портал работает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Жрём её, жрём её, жрём её. Отлично, отлично, забираем, забираем, забираем. Кидываем всякую гадость туда. Погнали. Я не знаю, что делать с этим. Оп-оп, Анубис там пришел, но чё, Анубис, у него ульты у него нет. Если он особо ничего не сделает.
это взят там какой-то уже дивайн или типа того. Но он уже иммортал. Был дивайн. Я исправил ситуацию. Отставание по фарму еще увеличилось и уже составляет довольно прилично. Цифру. Вот у них Мулан, вот тот тип очень тащит. Это как раз воины, которых у нас нет. Вот Мулан убили, ну тоже хорошо. Появился Джаггернаут. Ну что он с этим делать непонятно, все равно вот этот тип он просто не умирает. Если за нами нам не стоит вливаться вообще вот происходящее, ну убивает их за нами, я этому не смогу помешать. Или пола, только убивали. Ну сейчас убитые тонны. Пытаемся выжить. Как-то так. Бежим. Как? Да просто как? Ну и вот все до сих пор как-то очень спорно в этой партии. Ну, мы еще не пикали, просто непонятно что. Помогайте мне как-то, ну что, ну вообще, ну дамага, где дамаг-то? Что можно танчить, если дамага все равно никто не бросит? Там, конечно, просто тащит. Просто тащащая панда. Супер тащащая. Просто снесите нас уже, пацаны. Вообще мучаемся. Не, в целом кто-то играет. Ну, там сейчас 36 урона на местах потом, но вот это был дамаг.
Ну, он просто бессмертный. Реально супер крутая банда. Неужели его первый раз за игру убили? Пернал появится уже у нас. Вот он такую броню, раз на нее хватает сразу. Так, ну что, прилетели к моим тиммейтам. Давай, где дамаг? Где же этот супер дамаг? Всех вас, ребятки. Ну, я здесь уже живу вон сколько. Кто бы от меня еще хотел? Или одну вам? Классно. Конечно, что-то там пытается, но вряд ли у меня получится. Нам что, и титаны пока подкрепить-то принесли. Ну, в общем, все просто волшебно. Просто волшебно. Думаю, не скажешь. У них столько урона, просто ужас. Эти вы хоть кого? Ну, дефаться пока у нас каким-то образом получается. Но это все, конечно, так. Непонятные потуги. Вот, сюда за нами. Мы опять без керри, опять у нас нет дамага ни на кого. Я лучше отойду. Ну, вот поэтому я и хотел отойти, но что, опять просто так отдавать Феникс вообще просто так? Вот зачем здесь Арахна? Та же самая, вот вообще непонятно. Теперь могла бы как раз пикнуть саппорта. Ну и все. Нет, наконец, ребята, то это закончилось, друзья, давайте сыграем сейчас нормальную партию. Да, конечно, виноват саппорт, это вообще смех. Игра, в которой... виноват саппорт, все такие сильные проиграли, а саппорт виноват. Ой, успели? Не успели. В завоевание мы не залетели. Поединок тоже уже не залетаем. Можно, в принципе, сыграть в аренку.
Или вообще сыграем флеш. Еще разочек. За мана сами сыграем. Отлично. Мак. Йоруба. А я хочу сыграть за Джеку. Или какой-нибудь еще из магов нет. Хотя, до того. Нокс тоже довольно интересно. Давайте возьмем его. Он что-то почитает про нее, вспомнит, что он там делает. Ну да ладно. Пока вообще никто ничего даже не пикнул, поэтому... Сложно говорить о чем-то конкретном. Ну ладно, Танатос, пусть он ассасин, но Танатос всегда имеет место быть. Ну, все, у нас два без пиков. Еп. Ну, пикни. Просто хантер, любого. Против нас опять тут был забыла. Ждем остальных, ждем Танатос, как я понимаю. Он загрузился. Ну, значит, наверное, Морганов, что ли, не знаю. Атары точно загрузились. Так, что же у нее делают обилки? Так, меня еще походу стоят где-то автокасты, а где-то нет. И это тоже, я как говорил, очень давно не включал это, поэтому, друзья, не обессудьте. Касты. Еще мы можем теряться в своих союзников. И уходим.
Первая дама по насколько я понимаю, идет со второй способности, а первая начнет для контроля. Дамаг. Конечно, если бы скомбинировали, было бы интереснее, но что получилось, то получилось. Ладно, хлопаем приход. Оп, это был геб. Ой. Ой. Смотрите, они решили принять контрмеры. Алпаман разлетелся. Наверное, может отойти. Или мы не можем себе это позволить. По крайней мере, мы оставили за собой баф, а вот теперь уж точно будем ходить. Просто нет даже ни на что мана. И я-то точно поэтому отхожу. И далее. Я думал, не пойдет ему до меня срывать мой телепорт, но все же решили сделать это. Ну и черт с вами. Синий баб. Идем помогать пацанам. Тут что-то опять какой-то замес. Оп, держу. И до свидания. Нет, не до свидания. Теперь мне точно надо. Просто пора. Иначе я здесь надолго не задержусь. Ну, и побежали обратно к нашим друзьям, товарищам. Можем даже разочек прожать. Да, с третьей способностью тут можно тоже, конечно, интересно наблюдаться. Происходит нехорошее. Вот так. Просто ворвался опять этот панда, блин, и что-то нехорошее. Ландшин, конечно, все потихонечку левел качает. Да это все такое себе. Ну что ты на это сворвешься, красиво ворвешься. Только не фокусите ломану, только не фокусите ломану.
Вы кого-то убили. Ну, прибыли. Отлично. Забрали гада. Куда-то там пошел. Далеко забрался, друг. И едем дальше. Это пень Румана. Пошли, а то чем поеду. Чем он смог протянуть кебры к тебе? Пойдем вот здесь вот. Ну здесь, да, здесь меня поймали и убили. У нас там прям давят, друзья, опять нас давят. Хотя тут вроде, конечно, пока более-менее равная игра. Фармим. Пофармили. Пошли. Дали ей вот такой вот штукой. Вот что-то не реализуется, что-то, да? Но в своем те, конечно, очень силен. Он не подумает раз, прям вообще не хочет. Ну, что-то дайвинг под тавером, мне кажется, в этом тоже причина, вот, как бы, у меня сейчас многих неудач. Они так под тавером не дайвят, как мы. Вон куда ушли просто, вот куда. Вот,
подпушим здесь, пока меня вроде не видит. Все, ко мне уже отправились. Right. И давайте разворачиваться. Видите, увидите, там кто-то подошел. Ну и мы остались в бою. Самое радостное действие. Залетаем за нашим джаггером. И отходим сразу же. Иди отсюда, дурачок, беги! Нам там джиггернау тауэр пуш. Так все нормально. Опергенились, взяли айтем, побежали. А пофиг все было бы убить действительно неплохо. Отлично. Офис наш, успели пацаны, и надо срочно найти на подмогу, на подмогу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как я говорил, можно творить на самом деле более прикольные штуки. С помощью вот этой вот лунной походки наши. Хотя на тавр бить они не идут. Вот другое дело. Теперь можно присоединиться. Ой-ой-ой, что я сделал? Что я сделал? Что я сделал? Да, это было, конечно, дикая ошибка сейчас. Точно ничего не нужно. Ну что, отправляемся в следующий журнал. Каста, так что это, в принципе, довольно быстрое и сложное действие.
конечно, кепри. Кепри. Она хочет кого-то более серьезно удержать. Двигаемся дальше. Держим. Убиваем. И убиваем. Отходим. Не надо к нам подходить тут. Да. Они сдались, друзья. Это победа. Это победа. Вот так вот. Даже не пришлось давить их до конца. Ну что ж, после сокрушительного поражения, почему бы не одержать и сокрушительную победу? Какие-то ачивки я тут получил, но это все не суть. Вот такая я хитрая, коварная богиня ночи. Хитро, коварно пугаю бога. У нас вообще здесь нет. А, лимитированных сейчас нет. Штурм. Изобилие перезарядка. Вот это прикольно. Мне тут 20 ждать. Может, действительно. Ну, это, конечно, весело, но это какая-то дичь. Просто лютая дичь. Представляю этот режим. Даже не знаю, есть ли смысл его тестировать. Я вообще такие вещи особо обычно. Ну, мне не особо нравится в результате. Ну, знаю, ну, сыграть штурм быстренько. Ну, давайте. Точно что-то такое. Для разнообразия быстренько, активненько. Ну вот, штурм довольно интересный. Да, в смысле. Вот тут можно взять Зевса. Сундуки! Всем сундуки! Что у нас нового? Сундуки! Да, еще здесь дается рандомный герой. Ну, так как лучше, как я понимаю, я один.
Геркулеса я точно меняться не хочу. Я, может быть, на Хель бы поменялся. А, ну, у меня ее, по-моему, нету на этом аккаунте, да. В общем, Нейт — отличный вариант. Постреляем. Тем более, в принципе, на самом деле, всегда основной лейт был это именно на позиции, позиция именно охотника керри. У них два керри, смотрю, в виде Скади и Кермуна. И волшебник, хиллер, ассасин. У нас, конечно, более как балансированная. Вон керри саппорт, Геркулес — это воин. Ну, мат, в принципе, да, карлейнер. Нету как бы ассасина, но 5 минут. Еще нет джангла. Поехали, чтобы нас собрать. Нет Ютуна, а зачем Ютуна? Эту штуку здесь собрать нельзя, это я точно помню. Что такое? Последний день будут более интересной покупкой. Да и да, и прям еще 8, 5 на 4, худого, почему бы и нет. Покупаем все, что можем. Точно для организации, вот так, плюс очищение, это да. Все с плащами. Все набрали хила. Так это. Штурм. Ну, а я себе взял просто чубана. So, you believe you have the right to rule without the mandate of heaven. All you will rule is a barren waste. Enemies incoming! Так, кто самый активный в самом начале? Конечно же, Керри. Самый слабенький. Здесь фонтана, как вы понимаете, нет, реколиться некуда, то есть это вот чисто такой режим штурма. Опа, ладно, медленно. Я пока просто особо ничего не могу, поэтому просто вопрос. Ай, промахнулся. Как же так промахнулся? Очень обидно. Могли забрать Керуна, куда попал. Фунтат, что ли? Ну, блин, кстати, ХП все же выпить себе два монетки. Прокидывает двоих обезьянок. У нас зеленый обезьянок. Сейчас бьем еще маны. Да, расходочки-то заканчиваются.
Ой-ой-ой-ой. Так, теперь надо тебе сейчас начать носить. В определенный момент. Раздамажились по мне, а? Черт. Пульбаться, пульбаться, пульбаться. Ну, это не укрепление. Да, тут еще, естественно, артефакты получает только тот, кто умирает. Поэтому, с одной стороны, да, здесь лучше побольше не умирать, чтобы прийти на рец побольше золота. С другой стороны, чем больше ты не умираешь, тем больше ты, соответственно, просаживаешься по дамагу относительно остальных. Они прям прижали к точке. Хорошо. В любом случае, значит, у нас чуть-чуть больше золота припадает. Кто-то из крипов все равно доходит до вышки. А тут, да, тут такая система, что, соответственно, кто дошедший до вышки, если крипа ударила вышки, за него получают намного меньше золота. Такая адаптированная, скажем так. Ну, туда наверху не надо. В том случае не надо давить портала. Да ладно, Афродита выжила, Афродита выжила! Да вы угораете. Не хватает дамага их пробивать. Не стоит, уже асик, да, действует этот палец. Давайте бьем только пару. Опа, отходим. Хиль нас тоже выхиливает потихонечку, но тоже есть хилер, не проходит он хиль. Совсем разноплановые, причем персонажи, хиль все же больше, наверное, лидер. Ну, более самостоятельно Афродиту, чем Трапор. Да, Афродиту можно убить, конечно, пройдем в свою обратную. Хиль захиливает. Побили его. Маны не айтему. Но на базе здесь. Фонтана здесь нету. Нет, просто нету, друзья. Мы держимся, мы держимся, то есть на самом деле как только мы там выходить все же. На фонтан. Мы должны стать посильнее всей командой. Страшного дня. Вот кого-то из наших убили все же. Кто-то далеко залез. По-любому. По-любому задал. Ой, кто там дай. Телефон бац, кстати, на инту. Но меня забрали. Вообще очень неплохо сейчас набрался. Очень неплохо.
Палач хорошая штука, я вообще не считаю, что очень много каких-то метров. Наверное, ну, да, потому что... Ну да, ему щит у нас пригодится. Не буду я все же это спорить, слушай. Пригодится, пригодится. Этим надо плащик. Этим пригодится. Все, у меня есть второй айтем. Я стал посильнее. Мерлина, вливайте, 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 вливайте. Я понимаю, что, конечно, очень сложно тут. Ну, еще и прикол все зафармили. Да, какая-то штука у нас летает. Как кульбацу можно, конечно, подамажить. Опа, вот нам не самое страшное. Ну то вообще применяет совсем не страшно, я бы сказал. Отправит, а потом еще утонет. Тоже выбешивает. И вот они пришли с вышки и не хотят уходить с нее. Это прям бесит это. Кстати, ну, а наш с вами, друзья, к сожалению, на этом подходит к концу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч.